Вот профессор Стефан со своими учениками. Здравствуйте, ребята, мы здесь, в Кайзер Университи, вместе с Егор, Гонзало, Клейтон, наш студент, наши помощники, будем тестировать анаэробный порог, МПК у Егора, посмотри, как он выдерживает нагрузку, окей? Спортсмен или нет? Посмотрим. Okay, wait a second, let me calculate this. Заносим все данные сейчас в компьютер и будем тестировать уже. Стефан расскажет то, что вы видели в лабораториях Виктора Николаевича Силуянова. Сегодня мы здесь повторим это все. 113 килограмм. Две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия «Fuck Fitness». Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором, если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться, чтобы не навредить себе, и самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенька за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье. Привет, друзья и ученики! Я снова в гостях у Стефана в Кайзер Юниверсити. Всем привет! Кто еще не знает, если вдруг есть такие люди, Стефан является профессором, он сам спортсмен. Он также сотрудник лаборатории Виктора Николаевича Силуянова. Был учеником Виктора Николаевича, работал совместно с Виктором Николаевичем. Также Стефан 8 лет подряд был одним из главных тренеров American Top Team. И является также консультантом сайта fitsamba.ru. Обращаю на это ваше особое внимание. Заходите на этот сайт, найдете очень много полезной информации. А вообще, кто хочет больше знать, наберите в гугле Стефан Диас и почитайте, чтобы вы понимали, какого уровня человек, какими знаниями обладает. Именно поэтому я стараюсь как можно больше этих знаний получить сам и поделиться с вами. Здравствуйте всем, мы здесь в Кайзер Университи в городе Орландо. Будем тестировать анаэробный порог МПК у Егор, наш друг. Для его канала тоже есть Гонзало, Клейтон, наши студенты, они будут помогать нам. Сейчас машина сделает калибровка, и потом скоро будет связь между компьютером. У нас есть большой компьютер, примерно еще 5%, чтобы посмотреть воздух, температура от зал. И она все считает перед тем, чтобы мы поставим. Теперь и будем поставить этот Гонзало. Будем поставить это сюда. Сначала он должен сделать вздох. Вздох сильно. И раз, два. И чтобы это было всегда в эту сторону. Attach, but в сторону сенсор. И все время. Во время тестирования посмотри, если... Гонзало, go on that side. Теперь уже прошел. И она идет минута, примерно минута 30 секунд, чтобы посмотреть, как он нормально дыхает, а потом она считает и знает, что мы в упражнении. У нас уже есть частота сердечного сокращения. Видишь? Посмотреть там частота сердечного сокращения. И мы будем сделать примерно как шкала Борг. Но мы будем сделать адаптирование от 0 до 10. И каждый уровень должен сказать нам раз, два, три, как он чувствует, чтобы мы тоже определили. И по возрасту тоже можно определить, как и где остановить. У нас есть еще 30 секунд, чтобы машина там считала все. И посмотрим. Это частота. Нормально. Просто с маской это сложно дыхать. Remember, 1 to 10 RP. Every stage I'm gonna be like RP, you tell 1. 1 being I'm not tired at all, and 10 is I'm dying. Three,
Two, one, start. Okay, put it 3 miles per hour. Okay. 3 miles per hour here. Very good. Теперь тест начался. Первый уровень, первый степень, это 3 миль на час. 3 миль на час примерно 5-6 километров в час. Партнер сегодняшнего выпуска Animal Nordtrop. Друзья, это гармошка высокой степени очистки. А вы знаете, что чем выше очистка, тем меньше привыкания, тем меньше вырабатывается антител, тем дольше вы можете с пользой принимать данный препарат. Все ссылки на сайт и другие источники будут в описании к данному ролику. И не забудьте, по промокоду Heavy Metal вы получите 10%. Three in one. Okay. Five, two, three. Six. Okay, RPE 6. What's the salary code? 100.
10 минут тестирования и увеличивая степень каждую минуту. Это означает, что было 10 разных уровней. И увеличивая угол, и увеличивая скорость тренирования. Это не так просто, как по каждому видео. Когда ты идешь через маску, это страшная вещь. Но обязательно нужно, чтобы мы конкретно определили возможность спортсмена. Дышать очень тяжело. Very difficult. Just say something to the camera. Скажи, что ты хочешь. Очень классно. В принципе, не устал ничего, вспотел только и очень сильно болят мышцы вот передней части. Но мы еще попрыгали, потому что тестировали. Да, обычно мы сделаем отдельный день, но сегодня у нас был специальный прибор от PushBand, и мы хотели посмотреть несколько прыжков, поэтому мы сделали уже примерно 6-7 разных упражнений, примерно по 5 до 10 прыжков в каждом, поэтому очень много. Но, в принципе, это чтобы показать вам, как все это сделаем, и чтобы определить, возможно, спортсмена. Ты расскажешь, какие у меня получились, да, результаты? И мы будем посмотреть результат через несколько. Здорово, спасибо. Окей. А сейчас Стефан расскажет, какие у меня результаты. Хорошие, нормальные или низкие? Ребята, сегодня мы тестировали в лаборатории Kaiser University и посмотрели аэробный порог, анаэробный порог. И сделал МПК, и можем посмотреть, какие зоны от определенной сердечной сокращения, частота. Мы можем работать с ним, если мы работаем сжигать жиры, если мы можем подержать какие-то уровни, либо увеличить свои выносливость. Окей? И как посмотрим здесь? Конечно, надо запоминать, что человек большой, 250 фунтов, паундов. 115 килограмм. 115 килограммов, это, конечно, сложнее, чем другие, чем легче человек, как я, например. И тем более, он много силовыми упражнениями занимается, а не много на выносливость. Если человек работает, конечно, больше на выносливость, будет легче. Но, в принципе, что мы могли показать? И даже на экран дает нам очень много информации, а в YouTube было 37,04. 37,04. Это что? Миллилитр в минуту на килограмм. Это означает, что он похож на нормальной категории. Это не плохо, не хорошо. Средней категории мы могли так сделать. А с этим выводом, что мы могли сделать? Есть несколько рекомендаций, примерно все это наши видео. Тем более видео от лаборатории Виктора Николаевича Силуянов, как увеличивать выносливость, это примерно относится к этому. И, конечно, мы будем специальные рекомендации давать. Но самое главное, когда с этим тестируем, мы можем посмотреть примерно, если он меньше 100 частота сердечных сокращений, это означает, что преимущество идет липолиз, сжигание жира. А его метаболизм индивидуально. Чтобы на поддержании своей выносливости мы работаем от 100 до 125. Это примерно эта зеленая зона, которую вы видите здесь. И если мы можем увеличивать свои возможности, тогда выше 130. Но не выше 150, да? И примерно 130 от 105. Почему? Потому что анаэробный порог был не очень высокий. Это означает, что, коротко могу сказать,
что мы должны сделать больше интервальная тренировка mm-hmm. для тебя. Ты, наверное, работа очень много с гантелями, с штангой, да. как мы знаем, но интервальная тренировка не очень много. И тогда что означает? Когда рекрутируем все это высокий порог мышц, они не выдерживают mm-hmm. дыхать, поэтому долго. Митохондрия чуть-чуть поменьше и надо увеличивать. И с помощью этой интервальной тренировки мы могли это сделать. И в принципе потом будем программу записать. Покажем видео, как это делать, да, тренировку интервальную. Можно. Еще что мы будем делать? Через 3 месяца, например, он приедет обратно и тестируем, и посмотрим, как увеличиваю или mm-hmm. не увеличиваю, или что случилось. Это если я буду работать на увеличение митохондрий, по идее все показатели должны подняться. И именно анаэробный порог. А если ты сделаешь больше о том, как программу мы будем писать, тогда тоже будет помогать аэробный порог. Mm-hmm. Анаэробный с помощью интервальной тренировки, и аэробный порог с помощью о том, и тоже низкоинтенсивность длительный mm-hmm. упражнение и то и другое, и поэтому мы будем там программу сделать, и примерно в конце февраля мы планируем тестировать в следующем году, и поэтому я на следующей неделе поеду в Бразилию читать лекции, там большой семинар. У нас есть КРЭФ, это учреждение, которое регулирует все физические тренер в штаты, только в наш штат 30 тысяч зарегистрированы. И КРЭФ, и там я буду там читать, потом и сделаю фотки, и отправлю Егор, чтобы вы увидели. И на следующий год уже тогда не увидел вас, да, 2019 год. А может быть и в Россию приедешь в 2019 году. И я хочу, да, и это у нас есть план ехать, с помощью Егора там читать лекции для вас. Ну, если что, мы скажем, где и когда вы сможете со Стефаном познакомиться лично, задать ему вопросы. Всем пока. Спасибо, Стефан. Давай, ребята.